Красное солнце, швец, греешь лучами ты хлебные зерна, поле, дома и лес. Красное солнце, как страшно, когда темно. Зло и добро нам высветит ярко твой ласковый взгляд в окно. Красное солнце, ты помогаешь видеть добро и зло. Светишь ты в окна каждого дома, даришь земле тепло. Такого подумаешь. Посмотри, какая крупная. У нас около дома еще больше. Так всегда. Чем больше валун, тем крупнее ягоды. Ешь и нюси. Я устала.
что? Слушай, парень, хватит. Это чего? Дрыхнет. А ну, открывай глаза. Видишь, какая не хочет здороваться. А я ты другая лезь. Она ты такая. Ты рыца, да. Да тетя. Никогда ее не видел. Домой, пока волки не сидели. Слышишь, тут волки есть. Я боюсь эту тетю. Но ведь темно. Ситатати вименти секою. Ну, пимео. Поживи. Дом, тетенька. Какая я вам тетенька? А дома теперь дома не будет. Ну, ты пляски. Марш сейчас же спать. Ну, чтобы не шороха и не и двух зайцев съел с костями. Ты что, ты дерешься, Каргаст? Я тебе говорила, когда же у тебя наконец этот брюк оторвешь, лопнет, что ты наконец... Сид, понюхивай, давай сюда! Что при него? Давай! Разве это курица? Не перья, да кости, я старая... Мне нужна свежая тюлятина, чтобы обрести здоровье. А ты хочешь меня раньше времени в могилу отвезти? Просто зверей живы вместе. И гляди, как от страха дрожит. Ух, у меня же, наверное, несчастненький, что угодит такую непутевую, где его даже не зажарят на сковороде. Это что, а? А это ты называешь гостинцем для родной матушки? По-твоему, твоя родная, что должна за своим самым здоровьем ездить по колючек? Ты, наверное, хочешь, чтобы я подавилась? Ты умерла раньше времени? Вот она, в любовь, что скалишься, а? А ты что принес? Разве дарит своей единственной матери такое, что и в руках не удержишь? А чем это так приятно пахнет? Запах очень странный. М-м-м.
И здесь где-то еда. Человеческим мясом пахнет. Прочь от чертовой дороги! Один дуладый, другой дулей, а я не чистил совсем. Это моё добыча. Ни кусочка не получите. Хотите мясо? Сами Шарко, не забывайте. Спать! И чтоб ни шороха, ни писка! Эй, парень, ступай во двор, свинью кормить, траву полоть, хворост рубить. Если свинья от голода залежит или коза заблеет, ох, худо тебе будет. Да не вздумай в лес убежать. Чуть мазки перейдешь, сразу тебя волки съедят. А ты, девчонка, малыша укачивай, береги его пуще глаза, чтобы из колыбели не выпал и не ушибся. А то я даже не знаю, что с тобой делаю. Ням-ням! Ой, перестань! Ой, и поглядеть страшно. Да какой же ты чумазый чертенок. Ah!
Kult umbrohtu ära ei kitku. Üks neist. Su enda seaed elama. Ise, mis moodi mind siin piinatakse. Aga see laps kiusab mind kogu aeg ja karjub mood kui näem. Siga karjub veel hullemini. Nad on siin kõik näljas. Sööda üks kõik, kui palju tahes. Peas, et meid ära ei sööda. Трех зайцев принес. А двух сам влез. Да, покушай. Огрызок. Не огрызок, а кость. А я говорю огрызок. Не огрызок, а кость. Не огрызок, а кость. Я говорю огрызок. Не огрызок, а кость. Огрызок. Один лодырь, другой дурень, а я вертрицу за всех. А ну, кыш, сейчас же на лежанку.
Не разрешай драться, бесенку. Отойди-ка. На! Кутебяка! Вот еще раз скажешь кутебяка. Кутеодрь! Эй, где ты, парень? Возьми Роску. Раз не слушается, чего с ним нянчиться? Если дерево засохнет, будет жаль березку. Но пускай засохнет розга. Нам не жалко розгу. Ласковое слово – это все, что нужно, чтобы стал любой проказник добрым и послушным. Пусть дети растут без розги. Нежность сильнее, чем угроза. Нет, не бей его! Он еще совсем маленький и глупый! Это ты глупая! Лука, иди ко мне, не плачь! А ну перестань езжать! А то Костю розгой выдерет! Ты ударился, тебе, наверное, больно! Я подую и пройдет! Он вовсе не ударился, он просто притворяется! Обломился!
Hilmas. Зло живет в мире, добро живет в мире. Часто где зло, где добро, не поймешь. Может быть, разница только в названиях. Может, и худше, чем-то хорошее. Зло с добром везде и всюду. Зло с добром всегда вдвоем. Делать зло люблю я люто. Вот призвание мое. Что? Это... Я спрашиваю, что это? Я нечаянно вырвал. Одну всего. Да? Дай нам когда-нибудь отдохнуть и поиграть. Что ты сказал? Вам поиграть? Поиграть захотелось тебе? Поиграть захотелось тебе? Поиграть? Отдохнуть и поиграть! Ой, я тебе! Ветер, ветер, сдуй бесследно детские печали. Дождик, дождик, смой бесследно детские печали. Ночка, ночь, возьми с собою детские печали. Месяц, месяц, убаюкай детские печали. Бежим сегодня ночью. Хватит. Эй, Барго! Не хочу спать. Открывай, старая Барго! А то дверь не вызову! Слышь, Барго! Давайте! Говорите сразу, заяц или ворона? Ни то и ни другое. Лучше зайца и вороны. Вот и расти таких обормотов. Не могут сказать по-людски, что принесли. Съедобное или несъедобное? Ха-х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 а-
разделюшеньки на всех. Ничего. Я таскал, я копал. А я нашел. Это же гроши. Один дурень, другой ладонь, а я вертись тут за всех. Хоть бы денег принесли побольше, а то и делить-то нечего. А я копал, я тащил. А я что делал? А ты нашел, а я тащил. Да, я нашел. Я копал, а я тащил. Сначала надо сосчитать, а то неизвестно, стоит ли делиться. Может, и останется на вашу долю. Как это неизвестно останется? Да, да, раньше конечно, ничегошеньки конечно, не было, и ничего не оставалось. Хватит. Теперь уж есть, значит, должно остаться. Делиться. Что это такое? Иди, скорее вставай, нужно бежать. Я боюсь, подождем до утра. Ну вот. Это мне? Это мне? Это мне, это мне, это мне. Кости. Это кот. Кости, я боюсь совую кошку. Я тоже боюсь, но все равно надо идти. Кости! Жить без денег просто не годится. Деньги, что пред ними устоит? Разве можно в черта не влюбиться, если он монетами набит? Красота без денег не отрада. Деньги есть и не о чем мечтать. Что еще от жизни бесу надо? Спать да есть, да денежки считать. Беда пришла. Беда спросила, в чем твоя подлинная сила? В чем твоя сила? Надо вспомнить, чтоб не страшась с бедой поспорить. В чем твоя сила? Распрямись, найди ее в себе стремись.
нашли! Нашли! Мы нашли клад! Большой такой! Честное чертовское! А где же он? Почему не принесли дармоеды этакие? Он скажет. Не смогли, никак было не достать. Чурбан позабыл волшебные слова. Да говори! Дурни! Да какие слова говорил? Сказал осам тосам моет тоет. Осам тосам моет тоет. Осам тосам. Слово запомнить не могут вас и посылать таких мест за деньгами. Но ты, дорогой дурень, а я вдептись тут за всех, пока сама не возьмешься, ничего не выйдет. Вот тебе осам и тосам. Где мои причиндалы? За мной, дармоеды, по денежной дорожке. Ура! Вити, мы... Куда это? Зачем удрали? Почему не разбудили? Куда они пошли? Они побежали клад выкапывать. Клад побежали выкапывать. Без меня. Без меня. Otsi lolli, kes igardaks kolli, kui on kollil raha maitse suus. Raha mängib elus põhirolli, raha see on ennja vastuus. Otsi lolli, kes igardaks kolli, kui on kollil raha maitse suus. Raha mängib elus põhirolli, raha see on ennja vastuus. Красота без денег не отрада. Деньги есть, и не о чем мечтать. Что еще от жизни черту надо? Спать да есть, да денежки считать. Хорошо, коль денежкам нет счета. Сразу жизнь становится легка. Светлого грядущего у черта нет, коль нет тугого кошелька. Давай побыстрей. А малыш? Этот чертенок. Да пусть он остается. Как же он один? Кто за ним присмотрит? О, иди. Иди, отпусти его сейчас же. Беги скорее домой, проказник. Да ведь он же вовсе не настоящий ребенок. Чертенок ведь. Бука. Ой, ты погляди, что он захватил. Куклу, пожалуйста, возьмем Буку с собой. Ну ладно, возьми. Они удрали туда? Живо! Выловим цыплят! Осам тосам, ты будкины! Осам тосам! Ой, я туя!
что с тобой? Кусти, ты слышишь? Это карга! Что такое кров домашняя? Где же? Где твой дом родной? Дом родной не просто стены, окна, двери и порог. Не случайное жилище, где душой ты одинок. Дом волшебный и обычный, дом чудесный и привычный, греющий родным теплом. Вот что значит отчий дом. Дом, где в представлении детском все предметы велики, где в кругу большом и тесном с молодыми старики. То, что выразить непросто, и в словах не передать. То, что с детства помнишь взрослым, что добрей поможет стать.
Ням-ням. 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 Это кто такой? Мы его с собой взяли. Дети его жалко стало. Взяли такого сюда из леса? Он хороший малыш, совсем не хуже других детей. Иди, деточка, ему же мама или нянька нужна. Какая же ты мама? Мамой я не гожусь, но ведь нянчик, закормить и играть с ним я могу. Ах, Ити. Ну, мама. А, нет, 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 нет. Ну, прошу тебя. А? Никому не придется с ним возиться. Я все буду делать сама. Между прочим, с этим самым рогатым семейством дело, значит, обстоит вот как. Если прадед был черт, то у деда, то есть сына его, может и не быть рогов. Вам понятно, о чем я говорю? Ну, все равно, как у людей. Дед, скажем, молодец молодцом, а его сын прямо вылитый черт. Это я не к тому, что в нашей семье вроде бы так, но в других деревнях у соседей бывает. Вот только что делать с этими шишками-то, с рогами? Что тут скажешь? Мало он еще, пока что. Неизвестно, в кого будет. Вот когда еще немножечко он подрастет, тогда мы на него как следует и посмотрим. Решим тогда. В лес отправим, если чертенком останется. Уж коли сам он не захочет быть человеком, проку из него, дети, не будет. Так что подождем малость, может, и рога слезут. В лес отправляют только плохих ребят, в чертово семейство. Хорошие дети тоже могут случайно в лесу оказаться и попасть к чертям. А все-таки непонятно, ребенок он или не ребенок он совсем. Папа сказал, присмотреться надо, а пока что не разберешь. Конечно, ребенок, я-то знаю. Черный такой, а дети все светлые. И он светлый, только загорел и не мылся никогда. Нет, детям, если даже не умываться, все равно так не загореть. И рожки такие, не от сакара вырастают. Если не мыться очень долго, то могут и вырасти. Рожки-то настоящие, вот бы мне такие, чтобы бодаться. У тебя же была шишка, когда ты был маленький. Куда ты ее подевал? Мы будем, наконец, спать или нет? Что вы к малышу пристаете? Мама идет. Скорее в постель. Тихо. Надо шляп. Еще посмотрим, кому будет шляп. Эй, он маленький и глупый. Он маленький, он глупый.
pitsakaijoja läbi vitsal pole lehke. Vits on vilets oksake ja vitsa võimei kehti. Если дерево засохнет, будет жаль березки. Но пускай засохнет розги. Нам не жалко розгу. Пусть дети растут без розги. Нежность сильнее, чем угрозы. На кроватях огонь не разводят. Иначе будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Огонь не разводить надо только в печке. А то весь наш дом сгорит, и придется тогда нам в лесу жить. Понятно? Страшного не случилось, подумаешь, поругают. Всякое бывает. Сперва поругают, а потом похвалят. Как что-то делать, надо всегда спрашивать у старших. А лучше смотри, что делают старшие, и делай то же самое. Помогай работать в огороде, помогай кормить скотину. Если ты будешь делать все правильно, тебя все будут любить, ты понял? Растрепанный. С голой попкой. Совсем голый. У него на лбу рожки. Настоящий. И не ребенок он вовсе. Thank you.
Пупка, бяка. Если дерево засохнет, будет жаль березку. Но пускай засохнет розга. Нам не жалко розгу. Пусть дети растут без розги. Нежность сильней, чем угрозы. Дочисто. Мылом и водой. Мочалкой? Вот из пруда принесем. Причешем его гребешками. И наденем на него штаны. Наденем. А рожки? Отпилим. Отпилим. И будет малыш, как малыш. Я принесу мыло. Я его буду держать, дай воды. Мочалку подвозишь. Мочалку несите, я за водой. Еще воды. Сейчас. Еще мыло. А я мочалку. Лей скорее. Я тоже хочу его помыть. Отмылся уже или нет? Не знаю. Кажется, еще нет. Ну-ка, облей-ка его еще раз водой. Посмотрим, что будет. Да хватит. Да нет, еще раз надо. Ну не плачь. Сейчас принесу. Давай скорее. Давай сюда. Ты что, будет меньше немножечко. Полотенцем будем вытирать? Может, по-моему, еще? Вода была на ну, надо было сильнее тереть. Да он же плохо отмылся, ребята. Да. А может, в баню? Точно. Иди. Да все-таки в баню вы. А вдруг он и в бане не отмоется? Бань. А так не отмоется. А что с рожками делать? Рожки отпили. Ням-ням! Вот это да! Ничего себе, ни капли не осталось! Ладно, на первый раз хватит! Пошли рожки отпиливать! Ура! Ура! Мы лето не будем! Сейчас мы не Не вертись! Сиди спокойно. Перестань драться. Перестань. Гречи. Мерзись. А ты держи. А еще? Сколько раз я тебе говорил? Перестань кричать. Перестань крутить. Еще раз. Да замолчи ты. Опять царапаешься? Давай, давай. Еще немного подпили. Ой, как хорошо. Такой чистенький. Господи! Дедушка. Ой, что такое? Куда? Куда? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Дети, что такое? Ну-ка, выходи, а то шлепка получится. Выходи, ну, выходи, 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 выходи,
Millal, mida, keda, sellel, seda, keda, mida, milleks, seda, selleks, mida, mida, keda, seda, keda, мида, как ты где-то, чем-то, кто-то, бука, бяка, стуки, шлёп, чик-тибрик, кирик, кипак, киторба, орба, бяки, гоп. Шалуны! Но! Что такое? А куда же делся наш чертенок? Он отсюда ушел. Куда-то туда. Да-да. Куда туда? Да. Вон в ту сторону. Вон в ту сторону. В ту сторону. Вон в ту сторону. В ту сторону. Там он. Где же еще? Булка, там, там. Булка, ау, вылезай. Вылезай, Булка. Кажется, там его нет. Не может быть. Булка, вылезай. Булка, Булка. Булка! Булка! Его там нет! Булка! Он решил удрать от нас. Его красивые рожки. Из-за этого он убежал в лес. Вот оно как вышло. Значит, он сам от нас ушел. Это его кукла. Это кукла Буки. А где же он?
Карапуз, вот чертенок, разве можно так? Дедушка, у него нет имени. У него нет имени? Тогда его надо придумать. Как же мы его назовем? Подожди, Юха скажет. Назовем его, как меня, Юха. Молодец. Или как меня, ты. Нет, как меня, Ада. Как же лучше? А лучше Кусти. Назовем Минни. И пусть будет девочка. Назовем его лучше Мань. А может быть, Итти? Хочешь, тебя назовем Итти? Какое тебе имя нравится? А?